Сегодня мы хотели рассказать, какие маленькие котята. Да, всем привет. Ира говорит, что сегодня мы хотели вам показать котят, которые уже немножко подросли, им уже 2 недели. У нас есть Рыся. Да, у нас есть кошка Рыся, для тех, кто не знает. Потому что она большая такая и сосисями. Да, и у нее родились 4 котенка. Вот они сейчас мы покажем вам, как они уже подросли. Хотели мы их показывать в компьютере. Да, так вот, давайте посмотрим. Так, разместить особо негде было, поэтому сейчас живут они у нас пока вот тут, вот самое затишное место. Вот, там мама-кошка, да, мама-кошка? Можно мы тебя чуть-чуть побеспокоим? Покажем твоих красавцев. Вот у них тут такой кювес мы им сделали. Ой. Вот какие красивые. Маленькие, чуть-чуть не видно их. Да, они сейчас кушают. Да. Давите? Да, они пищу сосут. Еще не знаем, кто там, мальчики, девочки. Или... Вот или... самый, можно мы посмотрим? Вот такой красивый у нас тигриный окрас. Можно я тоже посмотрю? Ну, бери, Ирочка, покажи. Но она меня-то поцарапает. Вот такой у нас, красавчик. Он такой выглядит у нас. Можно его погладить. Да, он, можно. Он плачет. Аккуратно погладить. Он такой был. Аккуратно погладить. Он плачет. Целый день, когда... Дай посмотрим, когда, какая... когда где мама лежала, где мама лежала на орёт. Идик, мама, не, мы не будем обижать тебя, не будем. Вот самый красивый вот этот, мне больше всего нравится он. А мне вот этот нравится. Самый красивый вот этот. Я он вот самый этот крупненький такой, у него такая мордочка большая, о, мам, такой хвост. Мам, она вышла. Ну, она переживает, видишь. Не надо. Маленький какой. Так сильно. Это хотя бы по одному. Они хотели вырастить, но никак они не вырастают, только они вырастают, когда ест, или когда кормят, или когда кормят еще как. Они уже молодые и старшие. Да, и вот 2 таких полосатых, вот один и второй. Этот чуть поменьше. А вот у Рыси есть такие ногти, они поцарапали немножко. Вот какой он хороший. Можно тоже? Красавчик. А можно тоже другой? И 2 вот таких вот черных с белым. Да, покажи, покажи, дай мне покажу. Вот такой красавчик у нас, но он растает. Вот такой красавчик. Он раставчик. Он такой хочет вырасти. Ну, такие ноготочки маленькие. Давай положим маме. Пусть к маме. Ой, мама. Я другое котел. Один, вот, еще тоже крупненький такой. Да, вот такой крупненький. 2 покрупнее, а 2 поменьше. Да. Вот они такие маленькие, такой маленький. Покажи его ножочек. Говори, а. Не надо говорить. Вот, ой, говорит. Какой красавец. Вот. Такие маленькие ушки, это вообще да, чудо. Да, давай я положу маме. А да, там давай, два. Положи маме. Он маленький. Он мишку. Положи маме. Вот мама спокойная у нас. Такая дружелюбная. Еще вот такой есть красавчик. Вот такой, где мама сосиску бьет. Вот такой. Красавчик. Вот они уже маленькие, такие лапки уже большие, вот там, где вот здесь. А там маленькие, потому что они такие маленькие, но не стоят таких маленьких. Это они так и хотят жить у такого домика. Тебе нравится котят? Ну да. Да? Немного нравится. А как ты их назовешь? Это мальчик, это девочка... Ольна. Не видно, как. Покажи. Это Эльна. Это Эльна. Да. А это Марсик? Это Марсик, а это девочка. Вот это? Да. А вот это?
А это мальчик. Ага. Ну, в общем, временные имена вы поняли? А это девочка большая, Рыся. А Рыся большая девочка, да. Можно подержать? Вот такой у нас красавчик, такие красавчики, которые выглядят хорошо. Они такие старшие, но хотя бы их не потрогать. Они такие маленькие, хотели такие маленькие. Но их не надо потрогать, потому что кошка вот сейчас поцарапает маму. Ну, кошка знает, что мы ничего плохого не сделаем, она уже нам доверяет. Ведьмоль? Нет, но кошка у нас молодец. Она ловит мышей и мышку ловит, даже еще птицу ловит, она молодец. Все ловит, потому что когда мама смотрит телевизор, там мышка, она поймала в рот, все, не на голову, а она съела и все, покатила. Молодец кошка, она все любит. И мясо, и кашу. Она такая умница. Такая. А мне не больно будет? Не, она хорошая. Ты так не трогай, ты гладь. Ты гладь. Она просто такая умница. Вот так, гладь. Она умница такая. Она хорошая девочка. Ну, Рыся немножко нервно реагирует просто на ребенка, когда у нее свои дети. Ну да. Боится, что познакомиться, как маленький котенок. Ну, он пушистенький, такой лабенький. Да. Он такой маленький, пушистенький. Он все ловит. И мышь, и все. Он все любит. Она молодец. Вот такой молодец, ну, красавчик. Не надо сильно за лапу. Она просто молодец. Рыся, видно, где-то в угле лазила, и лапы такие темные. Она просто умница. Ну все, не надо, не надо. Она просто умница и красавчика. Уже нервничает, да, наша Рыся. Да, она умница, она ловит мышей и все ловит. Точно, все ловит. Вот такой у нас носик и такой красавчик. Таких уже у нас не было таких. Вот эти как... ушки, это, конечно, вообще... Таких выглядят, какие так выглядит ушки. Здорово. И маленькие ушки. Да, маленькие ушки, они все... Да, я повернусь с другой стороны. А можно вот это? Не надо, они кушают сейчас. Можно вот это? Не надо, Ирис. Уже кошки надоели. Да, кошки надоели. Ну не надо, сейчас будет плакать, а мама будет переживать. Она пойдет и все, а ты... Пусть она кушает сосисек. Да. Мама, скорее, я не хочу, чтобы она... Ну, зачем ты там? Она тебя поцарапает, нет? Отцепись лапку. Кошки, ушки и хвосты – это самое, что хорошее. Да, маленькие, он выползает, хотя бы такие маленькие глазки. Самое ротик письмо. Маленький, такой маленький. Ой, пузырик, он спит, вот. Такой красавчик, хотя бы их потрогать нужно, их хотя бы трогать. Привет, всем привет. Не надо, Ира, он с мамой в обнимку спит. Да, она спит. Всем привет. Она просто... Свое мясо кончилось, когда такая киси, добрая. Они такие добрые. Они такие копытчики. Ну не трогай, не трогай киси. Да, два сосисек. Они кушают два сосисек. Ира, не трогай, ты плакать будет. А можно присажу их вот так? Все, они хотят кушать. Они без тебя покушают, не переживай. Ну, боже мой. Ира, не надо, пусть кушают. Не надо трогать, не надо. Пусть они... Такие у нас умницы котята, они все любят. Такие маленькие котята, но они никогда у нас не были.
Такие маленькие, маленькие. Вот еще раз покажу моего любимчика. Вот он такой. Да. Вот такая идиллия, все спят, мама кошка спит. Даже еще котят. Есть спят, только Ира никогда не спит. Это только мама не спит. Да, и Ира, ни днем, ни ночью. Это ты ни днем, ни ночью. Вечный двигатель и прыгатель. Можно, пожалуйста, тебя отогрею? Почему? Это что за сигнализация? Давай мне руку, кошка. Кошка бедная, как в военное время. Кошка, давай за руку, блин, каравай. Покой нам только снится, да, Ира? Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Да, Ира им и сказки рассказывает, и песни поет, и танцы танцует. Так что котята развиты во всех направлениях. Все, Маши, всем пока. Всем пока. Сегодня мы, завтра мы еще с вами будем делать такие кино. Всем пока.